Итак, 8 мая 2016 года мы отправляемся в Швецию бороздить, ну я всех сниму что-то, бороздить просторы Карлскруны и окрестностей. Вот с нами, кто с нами? Наш мне брат, племянник, друг, вот, еще другие он знакомые лица, и еще какие-то другие знакомые лица вон там вот видны. В общем, все здорово, хорошо, погода прекрасная, день прошел замечательно, добрались хорошо. Себя я успею снять. О, да, 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 пивка попили. В общем, все удалось. Сейчас готовимся к погрузке. Вот уже часть велосипедистов заехала. Нас тут на велосипедах много на самом деле. Вот, вон еще народ прибывает и прибывает. Так что путешествие обещает быть интересным и занимательным. Так что до новых встреч, которые вы увидите очень скоро, а для меня какое-то время, наверное, пройдет.